эмоции. Конечно, приятно, что Федерация баскетбола о нас помнит, да, что да, к нам пришли профессиональные игроки, что ребята вживую могут с ними пообщаться. Я думаю, это большое дело. Я уверен, что у них есть какие-то вопросы, которые их мучают, интересуют, и они смогли получить на них сегодня ответы. Ну, у нас начинается с 2015 года рождения, самые младшие дети. Вот. И дальше у нас там, по всем возрастам идут. Вот. Ну, детей, то, что вы сегодня видели, это не все. Все-таки каникулы, праздники, многие разъехались. Вот. У нас группы в Украинке, плюс в Обухове мы сейчас еще добавляем. Хорошие эмоции, на самом-то деле, но разные немного мастер-классы в Бойерке. Деток было очень много, и там было больше поменьше таких, ну, младший возраст. Здесь возраст более старший, и видно было, две девочки профессионально, можно уже сказать, начинают свою карьеру. В детской лиге, я так поняла, в форме будивельника было, что очень приятно. Такой праздник, мы детей порадовали, они нас, у нас положительные эмоции от этого дня. С одной стороны тяжело, с другой это подарок детям. Все-таки Рождество, им очень приятно, а нам приятно смотреть, как они искренне радуются. То есть все, что было тяжело, забылось. Они показали нам, насколько можно искренне радоваться таким мелочам, как просто мы с Дашей пришли сюда, подарили им на всех 10 мячей, побегали чуть с ними, поделали упражнения. Для них это искренняя радость, и нам это показывает, что тоже можно из-за каких-то маленьких деталей радоваться.